добрый день. Сегодняшний обзор я хочу посвятить коллекционному изданию Mass Effect 2. Первый обзор на это издание у меня не получился, но сегодня я решился попробовать еще раз, так как купил коллекционное издание третьей части. Обзор третьего коллекционного издания вы увидите чуть позже, пока приступим к этому изданию. Итак, перед нами первоначально встает картонная коробка, глянцевая, гладкая. На ней мы видим знак N7. Сзади показано несколько персонажей из игры, кадр из игры и описание краткое того, что у нас находится внутри. Так, давайте же заглянем внутрь. Что мы имеем? Стилбокс. Стилбокс. С одной стороны у нас нарисован Шепард, с другой у нас коллекционер. Коллекционеры говорят, глаза светятся, если менять свет под разным углом. Ну, да ладно. В общем, сама коробка выполнена в матовом цвете, персонажи у нас глянцевые, отражают свет. Итак, что у нас внутри? Внутри у нас два DVD с игрой, первый и второй диск, DLS на костюм коллекционеров и винтовку коллекционеров. Ну и сзади рекламка про сеть Цербера. Так, тут у нас что, еще одна рекламка. Руководство пользователя. Значит, сзади руководство у нас ключ к игре. Само руководство у нас черно-белое. Но, в принципе, здесь описываются все основные параметры и мелочи игры. В том числе укрытие, бег, прыжок. К сожалению, пинка ногой здесь нет. Так, ну и бонусный DVD-диск с видеоматериалами, саундтреком, артами и куча всякой прелюдии к игре, скажем так. Так, собственно, далее у нас идет картонная коробочка, в которой находятся все основные плюшки данного издания. На ней мы можем разглядеть глянцево написано Mass Effect 2 коллекционное издание. Так. Ну, внешне оно выполнено, как будто мы заходим в сеть Цербера. Собственно, что мы сейчас и сделали. Внутри перед нами пластиковая карточка сети Цербера. Сзади у нас также ключ к ней идет. Так. Что у нас далее? Далее вскрываем, идем глубже. Перед нами, значит, встает комикс по Mass Effect. Обложка сделана эксклюзивно, но особого как бы смысла в замене картинки обложки я не вижу. Собственно, комикс на английском языке. Один из четырех. Остальные три надо докупить. Так, ну, собственно, покажу пару страниц из комикса. Так, вот оригинальная обложка комикс, каким вы можете купить его в любом магазине. Ну и рекламки всякие. Так, что у нас еще? И артбук в твердой обложке. Значит, покажу также пару страниц артбука. Артбук на английском, но это делает его более эксклюзивным, так как ты знаешь, что сделали его не у нас. Различные персонажи из игры, их прообразы, идеи, много спойлеров, но я уверен, что многие уже прошли эту игру, с большим удовольствием перепройдут ее к выходу третьей части. Собственно, артбук уже подходит к концу. Вот у нас, значит, Нормандия из первой части и из второй. Можно сравнить ее по размеру. Насколько первая Нормандия была малипуськой. Так, ну, это уже внутренности Нормандии.
один из артов. Виды пушек разных. И вот это самая эксклюзивная винтовка коллекционеров, которая дается в коллекционном издании. Ну, собственно, на этом и все. Так, покажу все вместе, что мы имеем. И на этом обзор я, пожалуй, закончу. Ждите обзора третьей части.